Огромное количество отростков. Поэтому с возрастом мысли становятся все меньше, но они становятся все однозначнее. То есть сознание приобретает несколько дикую, но зато очень упертую форму. То есть на бытовом уровне это превращается в том, что дедушку сдвинуть с идеи, там, сдать бутылки молочные, которые нигде не принимают, это почти невозможно.